«Во приблажене святителю Спиридоне, умолівого сердя человеколюбца Бога, да не осудит нас по беззакониям нашим, но да сотворит с нами по милости своей, и спроси нам, рабам Божьим, у Христа и Бога наше мирное и безмятежное житие, здравие душевное и телесное, избави нас от всяких бед душевных и телесных, от всех томлений дьявольских наветов. Поминай нас у престола Вседержителя и умоли Господа, да подаст многим нашим грехопрощение, безбедное мирное житие, да дарует нам кончины же живота непостыдное и мирное и блаженное вечна в будущем веце сподобит нас, да непрестанно восылаем славу и благодарение Отцу и Сыну и Духу Святому, ныне и присно во веки веков. Аминь.